к исконной подвеске, скажем так, отказ от Вайсфаб состоялся. Смог полицировать до 17. После такого прекрасного завершения вечерней гонки, особенно за Дамира, хочется просто налить 500 грамм и просто выпить залпом. Но только такой дурак, как я, идет в спортзал. И, кстати, тут кто-то тренируется. Поэтому сейчас, Дамир, за тебя бахну жесткую тренировку, пробегусь, чтобы просто лечь спать, потому что я очень за тебя, брат, переживаю. Но я знаю, что ты лучше, что ты супер топовый чувак. То, как ты работаешь с машиной, стоит тысячи поломанных редукторов. Так научиться практически невозможно, поэтому ты красавчик, брат. Все будет хорошо, все получится. А я сейчас газану за тебя как следует. Давай, брат, держись.